Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 8 января 2015 года. У меня в руках тот самый зеленый кубик, мой волшебный новый зеленый кубик, который я учусь собирать верхним хватом. И что-то заучился совсем до такой степени, что забыл про блайнд. Сегодня решил это исправить. И вот, кроме своих нескольких сотен попыток по сборке кубика верхним хватом, хочу собрать его с закрытыми глазами. Ну, а вот эти товарищи мне его помешают. Встреча спидкуберов города Волжского, Волгоградской области. Лёх, тоже дай перемешать. Это Сева, который пшеница. Научился собирать кубик в лагере «Шахтерская слава» летом 2014 года. Лёха тоже там же был, тоже научился там собирать кубик. А видео снимает Руслан, которого вы все хорошо знаете. Тот самый Руслан, который закидал меня кубиками на одном из моих недавних видео. Там чай 200 мл, 54 рубля. Я забыл свою энергетическую энергию энергосбыта, поэтому засекать буду на компьютере. Вот он, QQ таймер. Засекать буду здесь. Ну вот, сюда, наверное, да? Ну что, Лёх, готово? Давайте вот так вот подвинем, чтобы было видно, чтобы все по-честному было. Да, только я потом на пробел не попаду. Ну ладно, ничего, нормально. Да. Я потом сразу разверну. Давай. Давай, когда я положу кубик на стол, ты просто остановишь таймер. Тогда поверни вот так вот, чтобы удобно было. Все, я нажимаю и запоминаю. Шипованный сел я же по. Шипованный сел я же по. Африканский А. Шипованный сел я же по. Африканский А. Сел африканский по. Шипованный сел я же по. Африканский А. Рыцарь. 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 Йод. Йод. Южный. Рыцарь. Йод. Шипованный. Сел. Я шипу. Африканский. Рыцарь. Йод. Йод. Вообще в мясо кубик. Вот что значит долго не собирать блайнд. Друзья, если вы умеете собирать блайнд, обязательно тренируйтесь, ну, почаще, чтобы вот такой вот ерунды не получилось. Я вообще не знаю, что я сейчас сделал, где я ошибся, вообще понятия не имею. Но кубик весь в мясо. Даже нет намека на то, что его кто-то собирал. Мы тут учимся всему. Ну, кто-то учится, кто-то учит. Сева учится. Покажи, что ты учишься делать. 5x5 собирать учится. Недавно научился 4x4 собирать. Вот, собрал. Еще Mirror Blocks, да, недавно научился. И пирамидку, которая там у Лёхи в руках. Не в кадре. А я пытаюсь вспомнить, как собирается кубик с закрытыми глазами. Потому что что-то за 2 недели забыл. 2 недели без практики совсем. Ну что, я тебя чуть-чуть отвлеку, перемешаешь мне еще разок? Хотя он и так перемешан. После предыдущей попытки. Очень неудачный. Оператор в этом видео Руслан Поклонский. Тот самый Руслан, который выкладывает огромное количество видео на моем канале, которые вы с успехом смотрите. За что вам огромное спасибо. Да. Ну надо же что-то говорить, пока Сева кубик перемешивает. Да, да.
ты меня энергией зарядишь? Все, заведем меня энергией. Ну, нажмешь, да, на пробел, когда? Давай, нажимай. Нажимай. Режок. Режок. Ломает. Режок. Ломает. Режок. Ломает. И получается раз, два, три. Режок. Ломает. Режок. Ломает. Вагон рю уц. Сфинкс. Вагон рю уц. Сфинкс. Режок ломает. Вагон рю уц. Сфинкс. Да, не в итоге, да-да-да, не в итоге, нужно, короче, заварить, она вот прям вообще, Слушай, а морозы, знаете, у меня такая ситуация в том году была, морозы, когда сильно не будут, потому что у меня это вообще давно. Третья попытка тоже, а вторая попытка тоже неудачная. Получается, что мед. Мед получился. Сейчас сделаю мед. Но все равно. Не очень. Надо еще одну попытку делать. А лучше еще штук 50 попыток сделать, чтобы наконец-то вспомнить, как это делается, как это делается быстро, и чтобы запоминание было не полторы минуты, как сейчас, а хотя бы секунд 20-30. Ну, буду еще тренироваться, после чего снимем еще одно видео. Всем спасибо. Ну вот, я решил еще раз собрать кубик с закрытыми глазами. Сегодня обязательно приеду домой и потренируюсь в сборку. Вслепую буду тренировать, потому что, ну, так нельзя. Потому что, ну, и запоминать надо быстрее, и вообще хотя бы собрать надо, хотя бы один раз из трех. Так, ну что, камера у нас на суперштативе, сделанном из кубиков Рубика. Жалко, что камера не может снимать сама себя. Я сейчас дал кубик перемешать, ну, уже не оператору этого видео, а человеку, который нажал на кнопку для того, чтобы начать съемку. Оператором в этом видео выступает штатив из кубиков Рубика. Руслан перемешивает кубик. Да, не надо показывать, я думаю. А, Сев, иди сюда. Тебе же надо будет таймер запускать. Компьютер будет повернут на вас. Теперь уже камера в руках у Руслана. Вот. Ну и на счет раз, два, три Сева начинает, нажимает на таймер, а я начинаю запоминать. Раз, два, три. ЮА, голкипер, ЮА, голкипер, я, ЕО. Я, ЕО. Я ЕО. ЮА, голкипер. ЮА, голкипер. Я ЕО. За ФП. За ФП. За ФП. Маша С. За ФП. Маша С. ЮА, голкипер. ЮА, голкипер. Я ЕО. ЮА, голкипер. Я ЕО. За ФП. Маша С. Голкипер. ЮА. Голкипер. Я ЕО. Блин, как же тяжело запоминать. Ладно. Ёмкий. Ёмкая гжель. Ёмкая гжель. Яб. Ёмкая гжель. Яб. Шлем. Бу. Шлем. Бу. Ёмкая гжель. Яб. Шмель. Бу. Ёмкая гжель. Яб, шмель, бу. ЮА, голкипер, я, ЕО.
Я уже все забыл. Жесть какая-то вообще, что со мной происходит? Три минуты собирал и то не собрал. Что за ерунда вообще? И даже так не собрал. Блин, обидно. Ну вот так, в общем, сегодня вечером приеду домой, буду тренировать именно слепую сборку. И, наверное, кое-что, кстати, буду менять в запоминании. Ну и, естественно, надо учить новые алгоритмы для сборки с закрытыми глазами. Конкретно коммутаторы, трициклы, чтобы собирать быстрее. А пока что печальный исход 3 попыток. Ну, это для меня, по крайней мере, хорошая мотивация тренироваться дальше. Я не расстраиваюсь. Друзья, всем привет. Сегодня Сева научился собирать кубик 2x2. Я ему его сейчас перемешиваю, он соберет на время. Посмотрим, что из этого получится. А он, чтобы делать важный вид, в это время делает что-то с трёхкой. Все, давай, поехали, начинай сборку. Сначала нажимаешь, 15 секунд идет. Да, смотри. Где вы делаете собираем? Еще одно 3-часовое видео. Собирай, чтобы не останавливался, даже не думал. Делай, все, ничего смешного нет, собирай. Минута 15. Ну что, есть к чему стремиться, да, Сева? Новичковым методом собирал. Ну, что поделаешь, только научился. Скоро узнает более быстрые алгоритмы и будет собирать быстрее. Первые 3 раза у меня не получилось. Будет стыдно, если на 4-й не получится. Сейчас мне Сева перемешает. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, сейчас сконцентрируюсь, соберусь, быстро запомню и соберу. Хочется в это верить. Что, готов? Гёте Ц рыгает Маша Пем. Еще раз. Гёте Ц рыгает Маша Пем. И вот этот флип получается. Гёте Ц рыгает Маша Пем. И вот этот флип. Здесь что? Гжель ёкает. Ше. Гжель ёкает ше.
Эл, Ярик. Джель ёкает, Шел, Джель ёкает, Шел, Ярик. А здесь Гёта, Ц, рыгает, Маша, Пем, Маша, Пем, Гёта, Ц, рыгает, Маша, Пем. Джель ёкает, Шел, Ярик. Ну, где